Всем доброе утро! Такое у нас прекрасное утро всех мамочек и мою любимую мамочку. Я поздравляю с Днем Матери. Будь здорова и радуйся. Помню, что мы тебя очень сильно любим. Мы с Жанной сегодня на День Матери такой шатер сняли. Здесь нам уже фрукты принесли, сейчас шампанское принесут. Так что, мамулечка, мы сегодня тоже твой день отпразднуем. Вот женуля уже сегодня с утра шарик надула. Всем доброе время суток. Приветствую на канале моего брата. Всех приветствую подписчиков моего брата. Я сейчас в Турции. В общем, передаю вам привет от солнечной Турции. Приехала с подругой отдохнуть немножечко на пару дней. Погода изумительная. Вода, правда, немножко свежая, холодненькая, но так покупаться можно. Вот так мы чилим. Вот здесь прямо это территория нашего отеля. В общем, вот этот беленький, вот этот, это все относится к нашему отелю. Мы живем в бунгало. Красота, ляпота. Территория очень большая. Все места есть. Можете во всех отелях ходить, пользоваться. Никто не запрещает кофе попить, покушать. Вечером у нас здесь анимация, очень интересная, и живая музыка, и представления всякие, шоу. Вот такой вам немножечко красоты. Так, здесь такие бары на каждом углу, где можно перекусить и заказать вкусные напитки. Сделают очень хорошие коктейли, да, и вот смотрите, какой вид сразу на море. Территория здесь очень ухоженная. Цветочки везде цветут. Так, мы спускаемся. Есть? Это один из отелей, который я рассказывала, который принадлежит нашей территории, что сюда можно пришли покушать, выпить, на бассейне, кто хочет полежать. Это вся территория нашего отеля. Территория очень большая. Здесь небольшие бунгало и лежанки. Сразу же море. Поэтому очень удобно и домики снимать.
это сейчас мы пройдемся, потому что эта территория закрыта. Наша территория, а уже туда это променады, что можно погулять, посмотреть все отели, которые здесь находятся. Здесь, а вот променады, можно прогуливаться. Красота, ля подал. Погода сегодня прям изумительная. Так что, не знаю, когда брат это видео выставит. Поздравляю всех с 9 мая, с Днем Победы. Желаю всем мирного неба над головой и всего-всего самого хорошего. Будьте здоровы, берегите себя. Это самое важное. Это вся еще территория, это все относится к нам. Вот, как я говорила, это вся территория. Я уже повернулась назад. Немножечко вам показать, да? Как пошли променады. Нужно здесь гулять вечером. Все относится. Охранники здесь на каждом углу охраняют. На пляже бунгало, домики находятся, еще классные штуки. Здесь это первый хотел, который на нашем теле, на нашей территории. Там вот белый, и случится это второй хотел. Здесь можно мороженое покушать. Вот такая красота. Красота и красота. Ну вот так. Можно пивка взять. Поэтому всем советую. Здесь и сегодня праздник устраивают. Ой, какую красоту! Тоже относится к нашему отелю. Здесь большое футбольное поле. Вот такая красота. Я и говорила, здесь вот такие отельчики. Можно и здесь с детьми. В общем, здесь площадки для детей очень много. Можно чем заниматься. Очень интересно. Для детей здесь вообще, я считаю, что это парадиз. Самое интересное, что на берегу здесь стоят вот такие ресторанчики. Можно заказать а-ля кат, если не хотите на буфет идти, да? Да. Ну, заранее, конечно, заказывать. Красота такая, ляпота. Здесь турецкий ресторан. Правда, тоже это надо все резервировать заранее. Смотрите, какая красота. Ну и сейчас я вам покажу. Вот сама карта нашего отеля, нашей территории, да. В общем, находится вот, как нам рассказали, этот, кому принадлежат эти отели, он 3 отеля назвал в честь своих дочек. Сели, Фулия и Алишейн, да. Смотрите, какая территория большая.
Это вообще. Здесь и мексиканский ресторан. Здесь вообще, я считаю, интересно. Вот это здание. Они такую архитектуру сделали. Это вообще можно обалдеть, честно. Смотрите, для всех и для людей с ограниченными, для инвалидов, для детей, что можно подниматься вообще. Молодцы. Молодцы, молодцы. Это столько любви и работы. Ну вот сейчас я вам еще покажу. Я вообще считаю, это вообще классное. Это дракон. Wine on Beer House. Это вообще. А здесь вот видите на воде, как они лодочки сделаны, и это можно сесть и заказать себе напитки. Ну и так далее. Есть витамины бар, можно себе витаминчики заказать, кто хочет. Как они пишут, детокс. А так, для всех все есть. И на обеды мы не ходим, поэтому я не знаю. Завтрак очень вкусный, и ужины очень вкусные. И так, если где-то перекусить, все есть. Красота какая. Сейчас сюда не умнуть. Ну, здесь такие домики, в этих домиках мы и живем. Да, вот такая у нас сегодня вечериночка будет. Вот такая красота. Еще та. Вот отсюда вам. Сейчас. Вот такая красота. Ю-ху. Ну вот. Вот это Камелия Палас. Вот здесь еще один бар. Наш любимый с Жанной.
здесь походу это нашел. Здесь я кофейная. Кофе очень вкусное. И здесь обратно бар. Так что на каждом углу здесь бары. Не соскучишься. Здесь вкусные коктейли делают. Я так немножечко вам покажу, потому что отель очень большой, а Лага тоже очень большая. Вот там это для детей. В общем, красота неописуемая.